Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. И сегодня у нас очередной инди-хоррор под названием The Darkest Words, что в переводе с буржуйского означает «темнейшие слова». Word — это же слово. Нет, Word — это редактор. Да хуй с ним. Нажимаем быстро луадинка и не будем тянуть долго с этим. Затягивать зачем это надо, тем более, что он окошечко и рука. Привет. Привет. Привет! Может, какая-нибудь тихо, какая-нибудь тупая пизда такая. Новый стиль фоткаться около окошка. Быстрее фоткай. В паблик выложишь потом. Куплинов тупая пизда напишешь. Шучу, не надо. Не надо, удали быстрее этот скрин. Ты удали, ну ты издеваешься. Я не буду записывать, нахуй. Удали! Не вожусь с тобой. Грузись, да, быстрее уже, ёпта, сколько можно-то! У меня за окном ветрище, я ебал. Прям настолько он здоровый, что я живу просто на последнем этаже. У меня балкон сверху ничем не придавлен. У меня железо на балконе сверху вместо крыши. Жестянка, что ли, какая-то. Не разбирайся я в железе, я что, блядь, сталевар, что ли? И вот, ветрище, значит, херачит огромный. Это... Вот так вот всю ночь у меня. Обосраться нужно. А вдруг кто-то лезет по крыше? А ты думаешь, что ты ветер спишь спокойно, а? Никогда об этом не думал. Вот подумай, как я тут живу-то после всего вот этого вот. Инди хрорнуло. Так, резкость мышки убавим. Много. Вот так. Хорошо. Так, ну и чё? Судя по вот этому хаммеру, блядь, это военная база. Нап, колючую проволоку! А, это не колючая проволока. Я мог его озвучивать. Так, ничего не стреляет, это чё? Ничего не берется, ничего, фонарика нет. Бегать можно. Замечательно. Эй! Спасибо, снова сделал сопли, беги. Это сложно найти. Когда несколько дней, время — это новый мир. Любой, нам нужно новый спарк. Мост нужен им, короче, им построить. И ты лучший, чтобы проверить этот мансион. Это актуально иметь бренд, новая машина. Ты везунчик. Кто знал? А это почему послали на работу удачи Джон. Горючее мало, я должен не выбрать, но я найти новую машину. Я надеюсь, это сделается назад. Ты понял, нет? Ключ, хорошо. Короче, нам нужна новая машина, ибо у нашей машины кончился бензин. Ну что я могу сказать, нихуевая такая заправка. А авторизайт пятак. Только авторизованным персонажем можно зайти. А я авторизованный персонаж? А. Иди нахуй, я туда не пойду. Да ладно, че. Шкаф из амнезии, ты видал? Чувак, ты должен быть там. Ты же этот, как бы там, скелет в шкафу там, да? Иди, сука, на место. Козел. Ха! Нет, ничего, ты представляешь? Ничего нет. Ну ладно, хуй с ним. Свечка и пистолет, что же выбрать? Я возьму свечку. Я буду как долбоёб ходить со свечкой, никого не могу выбить. Алло? Где шланг-то вообще от заправки? Куда мне? Ух! 15! А, беспокойся для всех выживающих. Это... А, внимание всем выжившим! Или выживающим, хуй знает. Это неизвестная... В этой арее это держись или входи, не рискуй, но будь осторожен, понятно, вся хуйня. Будь осторожен, говорят. Какая нахуй осторожность, ребят, у меня 15 патронов и 2 жизни. Да, кстати, у меня под моим лицом 100 здоровья и 2 жизни. Угу, здесь что? Сука. Так, у меня 100 здоровья, 2 жизни, 15 патронов. Ну хорошо, будем действовать, значит, весьма аккуратно. Это что такое? Ваза. Фонарь! Фонарь. Какой моднячий пистолет, смотри, с тремя, короче, глазками. Ты куда? Чувак, походу, убился об стенку, судя по звуку. Чувак похож на этого. Игрушка, как называется, где было... Повар, шлюха и солдат. Как она называлась? Вот, да, именно эта игра.
Silence on the Line. Точно, тишина на линии называлась эта игра. Точно такие же там были персонажи. Прям, блядь, вылитые, по-моему. Ну хорошо, поднимаемся наверх. А эти лампы вообще работают, нет? Ну, по-моему, работают, ну да ладно. Блядь, иди нахуй! Только вспомнил про шлюху и на шлюха. Ага, хуеть. Так, подожди, как начать заново? А, здесь нельзя сохраняться. Ёбаный свет. Вообще, вообще замечательно. И как мне ее убить? Придется от нее бегать? Ну ладно, пойдем в другую сторону. Раз тут нас ждет какая-то шлюха. Только вспомнил про шлюху. Что нас теперь еще ожидает? Солдат и повар? Охуенно. А, никого нет. Хорошо, замечательно. Чё, пацаны, что грустим? Спасибо. Ёбаный в рот. Умер. Все, отлично, замечательно. Он умер. Хорошо. Ха-ха! Патроны! Дайте мне еще бронежилет, и я вообще буду неубиваемый. Так, я подобрал какой-то ключ. Ну, смотрите-ка, все логично. То есть меня медсестра убила, потому что я не в той дорогой шел. Если бы я был полным дебилом, я бы опять пошел той дорогой, и в итоге опять бы проиграл. А теперь я пошел той дорогой, взял сначала ключ. Блять, пошла нахуй! Да нихера себе она выносит, у меня осталось 29 здоровья. Отлично. Патроны перезаряжаются не полностью, это значит, что можно перезаряжать даже по одному патрону, это замечательно. Так, он назад может бегать, да? Отлично, все, ну теперь ты меня хуй убьешь. Почему у меня погасли огоньки на моем классном пистолете? Он был такой гламурный, с зелеными стразиками, это же... Чего? А эта маленькая девочка в туфлях пробежала. Здрасте! Есть кто живой? Вы сами себя съели? Молодцы! Поддерживаю. Вы почаще так делаете, чтобы мне поменьше оставалось тоже. Чего? Какая маме? О, ключ. Ой, зуб. Ключ. Бля, ну зубом тоже можно открыть, если там сосредоточиться, правильно воткнуть, найти нужные пропорции. Откройся. Опа, там кто-то ползет. Смотри, сука, вижу. Смотри, смотри, смотри. Головешка чья-то. Как мне ее подстрелить? Че, блядь, собака такая? Во, она не стрелится. Или я просто промахнулся. Либо я мудак, либо она не застреливается. Давай попробуем. Нахуй патрон тратить. Одумайся. Побежит, застрелим. Не побежит, нет. Ха-ха. Ой! Так, подожди, а чего ключ-то? А, это, наверное, до двери на первом этаже. Точно, погнали. Осторожно, а то опять сраная медсестра побежит. Ключ по-любому... А, это на улице. У меня, я же говорю, у меня там прям херачит ветрище. Не могу, страшно. Так, ключ по-любому от двери на первом этаже, потому что больше нет нигде закрытых дверей. А, вот еще дверь закрытая. От нее ключ? Не, не от нее. Точно, значит, от той. Ну и хорошо. Замечательно. В Багдаде все спокойно. Отлично, заходим. Да ты че? А че ключ-то? С улицы где-то? Да это я знаю. Нихера, ну-ка. Уйди отсюда. А здесь больше нет нигде закрытых дверей-то. Ну-ка, откройся, не хочет. Чувак, а чё ключ? Закрыто. Что ж такое-то? Вот это поворот. Ты представляешь, не знаю, откуда ключ. Охуеть. Да нет, не отсюда, откуда тогда? Больше нет нигде дверей. Или я мудак? Одно из двух. Здесь нет дверей. В чем прикол? Чувак, ты чего умер-то, блин? Сам по себе. Я тебя даже не застрелил. Так нечестно. Ты навеял на меня скуку, засранец. Давайте искать дверь. Другого ничего не остается, только надо искать дверь. Это вниз. Здесь у нас нихера нет. Точно нихера нет? Точно нихера нет? Хотя вот здесь почему-то горит свет.
Но двери нам нужны нет. Смотрите, какая охуенная рифма только что прозвучала. Из моих уст, так сказать. Не, ну тогда в панике. Здесь собака сидит. Слышь, что? Можешь тебя руку спиздить? Можно тебя руку спиздить? Да от чего ключ этот проклятый? Собака! Слышь, что? Какое? Какое спокойное животное. Наверное, надрессировали. По-любому, другого не дано. Ключ. Ключ от двери, которой нет. Ты представляешь? Нет, ты можешь в это поверить? У меня 29 хп, одна жизнь, 20 патронов, ключ, но нет двери. Вот и хуй-то. Что делать-то? И под лестницами дверей нет, ты представляешь? Да открой, сука! Не хочет вообще никак открывать. Козел, а? Козел! Не хочет открывать мне дверь. Да вот же от этой двери ключ-то! Я вообще-то не на перезарядку нажимал. Ебать, вообще-то ничего не понимаю. Нет. Нет больше тут дверей. Шкаф тоже не открывается. Гениально! Не, ну я дебил, не, ну ты скажи мне, вот тут еще, оказывается, один ключ лежал. Я не помню, в прошлый раз я его брал или нет, потому что я перезапустил игру, подумал, мало ли, что-то зависло, я что-то не проиграл там, не получилось. А нет, бегаю, блядь, вокруг стола, на, ключ, пикета, эхей. Ну теперь-то он точно куда-то подойдет. Теперь-то у меня уже два ключа. Я, кстати, убил медсестру, вообще прям, не раздумывал. И у меня теперь две жизни и 80... и 79 хп. Так вот, у меня теперь два ключа. Отлично. А, значит, тот ключ по-любому найден именно вот от этой двери. Ну, просто нет здесь двери, я все оббегал. Абсолютно все. Откройся. Та-да-дам! Замечательно. Куда музыка пропала? А, тут вторую подобрал. Опять бежит эта маленькая девочка на каблуках. Откройте. Блядь, жирный какой, нихуя себе! Был жирный, нет жирного. Ха-ха, вот так вот. А если бы он был тонкий, он выходил быстрее. Прям как медсестра. Открой. И тогда бы он меня убил. А сейчас нет, потому что он жирный. Он еле-еле ходил. Прям как я в молодости. Жрать. Хочу пожрать. Не надо таким быть, ребят, срочно. Есть нахуй. Нихуя себе. А что происходит, ребят? Еба! Еба, пацаны тусят! Уйди нахуй! Ага! Это же, блядь, дискотека от GTA! Если YouTube не знает эту музыку, то здесь будет песня из Нянкота. Она играет. Ну, я, скорее всего, это вырежу, потому что... Точнее, не это, а саму песню, потому что нахуй она нужна. Статую свободу надо убить. Эй! Охуенно. Не, наверное, скорее всего, это вырежу, потому что опасно. Но YouTube, он сегодня не определит, завтра определит. Кто-нибудь заявит право на Нянкота, и все, и до свидания, Куплинов, нахуй. Держи, блядь, страйк. Воу, чувак! Ты слишком быстр! Слышишь меня? Нет! Ну-ка нахуй от меня! Да умри, блять, уже! Какой быстрый чертоган, ты посмотри на него! Так, у меня тем временем 8 патронов осталось. Зато 100 здоровья. И 2. О, отлично! Еще патроны. Замечательно! Ну все, сука! Держитесь, собаки! Никого! Здорово. Мы с тобой уже виделись только что недавно. Ты там танцевала, да? Зитхай! Ёпта! Это Гитлер-женщина. Отлично. Ну... Смотри, здесь кто-то есть. Чувак, блядь, с бензопилой. Охуенно. А здесь никого. Эх, сука. Эх, блядь, и что делать? Хорошо, ладно. Побежали! Бля, добивай его нахуй. Не, походу он не убивается. Машина!
Есть! Ха-ха-ха! I'm a champion! Congratulations! Говорит мне игра. Ты-ры-ры-ры. Мы справились с этим. Справились! Охуенная дорога. Я поехал вперед, потому что я выиграл. И вот здесь, кстати, после этой дороги начинается игра Ванюхина под названием, не помню какая, но где, короче, он ехал и по Челябинску застрял. Ссылка на плейлист с инди-хоррорами, где вы, кстати, можете найти и эту игру, про которую тоже что сказал, находится в описании под видео, а подписка с вас, и лайк с вас тоже, и комментарий тоже оставляйте, и на паблик ВКонтакте подпишитесь, и на Твиттер тоже. Все, ребятушки, всем пока, до встречи в следующих видео, пока. А, то есть это... Неужели это опять Ваня написал, хотя я... Сказал, что написал не он, и поэтому мне опять...